Да, доктор Пим. Кто, кто бы подумал, что вы в час нужды обратитесь к нам за помощью. Да сам в шоке. Mm, угощайтесь. А выпечка не дороговато ли? Мы разоримся на хавчике. Ну, а завтракать нам чем прикажешь? Овсянкой в пакетиках. Овсянкой в пакетиках. Издеваешься? Почему издеваюсь? Она на вкус как песок. Потому что это натуральный продукт. Какая органика? органика? Песок. Завтрак заряд бодрости на весь влез, день. Да, мы Сахаром не... там посыпь, метку добавить, да чего угодно. Стоп, 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 так, стоп. Так, так, все, 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 да хватит вам. У вас есть дела поважнее. Это что, мой стол? Да. Да? А почему он меньше всех? Но тебя же не было, когда их распределяли. Прощелкал момент. Так я же под арестом. Да. И это даже не стол. Это рухлить какая-то. Но признайся, что ты его на помойке нашел. Взял в комиссионке. То есть ты на мне экономишь, да? Так. Хоу, все, не будем отвлекаться. Ближе к делу. Сосредоточимся на лаборатории. Боже.